Еўраопт распачаў святочны тур па дзіцячых дамах краіны. Марафон, які ладзіцца ў рамках рэспубліканскай дабрачыннай акцыі «Нашы дзеці», стартаваў з Гродзенскай вобласці. Гасцей, якія завіталі са святочнымі сюрпрызамі, карыснымі падарункамі і навагоднім настроем, сустракалі выхаванцы і педагогі Ваўкавыскага дзіцячага дома. Дарить праздник тем, кто в нем особенно нуждается. Волшебная традиция Евроопта продолжается. Добрых друзей, которые еще недавно приезжали с поздравлениями к началу нового учебного года, вновь встречали в Волковыском детском доме. Каждый раз к приезду гостей девчонки и мальчишки готовят праздничную программу. А талантов среди воспитанников много. Шутка ли? 13 кружков и секций действуют только на базе учреждения. Перед приездом компания «Евроопт» связалась с детским домом и узнала, что ребятам нужна система видеонаблюдения, а еще специальный ковер в гимнастический зал, микрофоны для творчества. Все заказы Дедушка Мороз выполнил. Уже стала хорошей, доброй традицией посещение торговой сетью «Евроопт» нашего учреждения. В свою очередь мы очень рады гостям, друзьям и дарим свои различные мероприятия, танцы, стихи, поем. Не только мы танцуем и поем, также мы еще очень много делаем подарков своими руками. Торговая сеть «Евроопт» всегда дарит нужные, необходимые и адресные подарки, за что мы им благодарны. Игры, танцы, флешмоб и хороводы вокруг красавицы-елочки. С заводилами праздника, снеговиком и тигром-клычом ребята веселились от души. А еще детей ждали сладкие подарки и необычные елочные игрушки. Забавные зверята из новогодней акции «Лесная семейка 2. Зов джунглей», которая сейчас проходит в супермаркетах и гипермаркетах «Евроопт». Я очень рад, что вы приехали к нам в гости. Хочу сказать огромное спасибо Евроопту за подарки. Желаю вашим сотрудникам и вашим покупателям здоровья и хорошего настроения. Спасибо Евроопту за подарки. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья, здоровья. Будьте умными, красивыми и любите друг друга. С Новым годом! Каждому ребенку нужна поддержка взрослых, а особенно она необходима детям, оставшимся без родителей. И компания «Евроопт» неизменно вносит свой вклад в общее доброе дело. Новый год – это время волшебства. В эти дни мы все мечтаем о подарках, о том, чтобы сбылись наши мечты. И, безусловно, больше всего об этом мечтают дети, особенно те, кто в силу разных обстоятельств оказались одни, без любви близких, родных. Безусловно, о них заботится государство, обеспечивает их всем необходимым. Но вот то самое чудо, конечно, приносит только Дед Мороз. Если буквально на какие-то мгновения торговая сеть «Евроопт» может стать вот этим сказочным Дедом Морозом с такими небольшими подарками. Мы будем делать это каждый декабрь из года в год для того, чтобы напомнить, что Новый год – время волшебства. Традиционно в декабре команда «Евроопт» проводит марафон добра. В его рамках помощь, внимание и подарки получат воспитанники 7 учреждений во всех областях Беларуси и Минске. А стартовал большой благотворительный тур с Волковыского детского дома. Теперь все 50 воспитанников, о которых заботится компания, будут встречать 2022 год с нужными вещами, вкусными подарками и отличным настроением, которого непременно хватит до следующей встречи.